Осень. Пора богатства и сбора урожая. Осенью мы собираем плоды того, что было посеяно раньше. Но также осенью мы кое-что сеем. Осенью особо активные энергии изобилия, богатства, любви, энергии счастья. И, конечно, их обязательно нужно применить в своих целях. Нужно обязательно делать ритуалы на богатство, на изобилие, плодородие, на любовь, на ту жизнь, которую вы хотите, на роскошную жизнь. Обязательно нужно сеять плоды, которые вы потом пожнете. Сеять зерна для того, чтобы они взошли. Ведь если вы это не сделаете, то вы потом ничего не соберете. Мы проводим мощные ритуалы на богатство. Мощнейшие ритуалы на любовь и счастливую семью. Сильнейшие ритуалы на закладывание ваших проектов и целей. А также мы призываем энергии изобилия, энергии земли, осени и небес для того, чтобы вы получили желаемое. Для того, чтобы ваша жизнь стала изобильной, счастливой и прекрасной. Мы открываем двери для вас в новый мир. И этот мир будет наполнен счастьем, любовью, красотой. Позвольте себе открыть новую дверь в свою жизнь. Позвольте себе наполнить свою жизнь счастьем, радостью. Откройтесь для этого. Посмотрите вокруг, как много прекрасного дает нам Мать-Земля. Как много счастья и живы дает нам Солнце. Приходите на нашу встречу и проведите ритуалы вместе с нами. Ритуалы на плодородие, изобилие, любовь, богатство и счастье. Ведь только ведьма знает, как правильно направить энергии, которые наиболее активны в этот период. Ведь только ведьма знает, где лежат самые вкусные и богатые плоды. Ведь только ведьма знает, как правильно составить и провести ритуалы, чтобы они точно сработали. Количество мест ограничено. Встреча состоится 19 сентября.